для тех, кто смотрит, будет смотреть эту информацию. Господин Пурчинов, господин Яценюк, господин Тернебок и же с ними. Я это заявляю открыто и достоверно знаю, что это проплаченные агенты Центрального разведуправления США. Кроме того, господин Яценюк является первым заместителем главы масонской ложи в Украине. А главой масонской ложи, если кому-то неизвестно, является господин Пинчук, зять господина Кучмы. И все вот эти вот обманы, которые производились, и все команды господина Януковича, это просто марионетка в руках господина Пинчука, Кучмы и Кравчука. Они же его и продали, они же ему давали команды не то пускай Беркут, то не пускай Беркут, то пусть штурмуют, то пусть не штурмуют. А потом, когда людям в конце концов было разрешено взять оружие в руки, их подло предали. В первую очередь это дело рук господина Кравчука и господина Кучмы. Это их дело, потому что мало кому известно, что господина Кучму после победы, так называемой победы помаранчевой революции, не тронули благодаря господину Пинчуку. Американцы вернули ему деньги, то есть сняли арест его счетов, и он себе спокойно живет. А то, что после того, как продали господина Януковича, я не говорю, что он хороший, я не его поклонник, он не женщина, чтобы я его любил или ненавидел. Но он был во многом неправ, хотя он действительно остается легитимным президентом. Хотим мы этого или не хотим. Хотя от этого...